Башкортостан за год может на треть сократить объем захоронения мусора на полигонах. Республика перешла ко второму этапу реализации мусорной реформы. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров. В республике начали постепенно внедрять раздельный сбор бытовых отходов. Но вот в прошлом году на 500 школьных площадках установили 800 комплектов контейнеров. В этом году их количество увеличится. Ну а к 2024 году раздельным сбором мусора планируют охватить все население Башкортостана. Также в рамках второго этапа мусорной реформы в регионе построят заводы по переработке отходов и полигоны. Ну а в конце января впервые в республике в Стерлитамаке на заводе по сортировке и обработке ТКО началось производство топливных гранул из измельченной резины, картона, пластика, которые извлекаются из бытовых отходов. При этом эксперты отмечают, спрос на топливные гранулы растет по всему миру. Их используют в котельных и в некоторых отраслях промышленности.